Где он у вас там? А вот я вам сейчас его покажу, матушка. Где? Уж признаться, и не думал, что... Ой. Взгляните-ка вот на это. Ой, ой, что это? Фу, срамота. Фу. Ой, господи. Что это такое-то? А вы возьмите, подержите, я посмотрю. Не, вы что? Мне так не совсем удобно просто. Не буду я брать это безобразие. Так голыми руками. Ой, господи. У меня, матушка, перчаток не было. Ужас, как же сказать. Срамота. Вот. Думаешь, да, вот зачем Господь, с какой целью создал настолько срамное создание? Еще и ядовитые мне. А потом приходишь к мысли, что ведь и мы несовершенны. Если Господь создал это создание вот таким вот... А если оно заразное, а оно ядовитое? Фу. Ой, Господи. Ну это совершенно неизвестное науке существо. Совершенно неизвестное. Ядовитое. Какой-то срамной, я не знаю, как это назвать. Фу, найдете вечно. Я, матушка, не виноват, что мне такие попадают существа всякие. Фу. Давайте мы его отнесем к старцу, а старец скажет, еще. Как поступить с ним. И пожилому человеку. Какое такое... лучше ему название дать этому... Нельзя пожилому человеку такое показывать. Чуду-юдум. Срамному. Как вот так вот? Да, у него инфаркт будет. Да выкиньте его вообще, растопчите. Да где же я его растопчу, если здесь вода кругом? Ну выкиньте тогда. Ну, он ядовитый. Его бы задокументировать нужно, да, отослать. Может как-то высушить, да, почтой на академию. Голыми руками выкиньте его. Бросьте его. Ой, ну как скажете, я ж... Сколько... Хорошо, хорошо. Хорошо. Воля ваша. Плыви себе, странная, срамная тварь. Руки вымойте. Бог с тобой.